Всем привет, дорогие друзья! Смотрите, как выглядят поезда в Италии. Конечно, немного шумный он. Шумит так довольно сильно. Смотрите, какой бренд. Hitachi. Вот такие вот поезда в Италии. Сейчас посмотрим спереди, как он выглядит. Ух ты, какой поезд прикольный. Смотрите, какая форма у него, да, интересная. Прикольный. В Швейцарии совсем другого плана. Вообще не похоже в Швейцарии. Они какие-то такие, ну вообще другие. Вот чем отличается Италия от Швейцарии. Техника другая, дороги другие, зарплаты другие. Да по сути здесь все другое, кроме домов. Дома, наверное, здесь очень похожи. Вот именно дома, что в итальянском кантоне Тичино в Швейцарии, что в Италии. Дома один в один, можно так сказать. Регионалы Милано, Порто, Гарибальди, наверное. Да, наверное, в Милан, получается, едет поезд. Поезд едет в Милан. Сейчас стоим. Давайте сейчас еще посмотрим с другой стороны на него. Смотрите, в каком симпатичном виде расположен поезд. Вода, красотища. Сейчас мы посмотрим на поезд в целом. Это, друзья, город Порто-Черезио. Все, в принципе, постоял поезд. Скорее всего, будет сейчас ехать он. То, что такая за машина. Подписываемся на канал, друзья, кто еще не подписан.